В субботу городской дом культуры гостеприимно распахнет двери для гостей и жителей города, которые соберутся на творческий вечер вокального коллектива «Червницы». О том, как проходит подготовка к предстоящему празднику торжества народной культуры, расскажет Дарья Бугаева. Народный вокальный коллектив вот уже более 20 лет славится душевным исполнением и очаровывает своим творчеством. Не случайно имя вокального коллектива – «Червницы». Основной репертуар коллектива – украинские народные песни. Артисты являются постоянными участниками городских праздников и фестивалей. Активно выступают на окружных мероприятиях. География гастрольных выступлений широкая. Недавно, например, были в Москве. Там проходил всероссийский конкурс поединки хоров. Творческая команда «Лабытнанги» заняла второе место среди 14 сильнейших поющих коллективов страны. «Червницы» образовались еще в 1997 году. На протяжении многих лет ими руководил прекрасный музыкант, самодеятельный композитор Михаил Жалкевский. Ему на смену пришел молодой и энергичный баянист Александр Прохоров. Уже шестой год он вносит свой вклад в неиссякаемый источник энергии этой творческой семьи. Для участников коллектива хор – это целая жизнь. На репетиции они тратят по 3 часа в день, с радостью дарят людям частичку души. Приглашают на свое выступление и в эту субботу. Концерт начнется 25 января в 16:00 в городском доме культуры. Программа называется «И будем петь». Вход свободный. Я аж вспотел. Дарья Бугаева, Николай Снегир, программа «Время местное».